Всем привет! Так, сегодня мы, мы продолжаем разбирать этот 2D-движок. Очень интересная штука. Очень вроде бы все несложно. Вот. И сегодня, руководствуясь руководством, добавим анимацию смерти, я так понял. Или анимацию смерти. Ну, что-то добавим. Продолжим. Вот. Итак, что нам говорит руководство? Руководство говорит открыть HeroScript. Вот он у меня открыт. И перед функцией update добавить следующие функции. Две функции. Вот. И сейчас я вам их покажу. Это функции playAnimation и updateAnimation. Вот. Ага. Хорошо. Что нам надо сделать? Нам надо найти функцию update и добавить. Вот, нашли функцию update. И добавить в нее вот такой код. А где его добавить? Наверное, без разницы. Где? Наверное, вот здесь. А, ну да, тут же я же это и вставил. Да, все верно. Update animation. Есть. Сделали. И что теперь оно нам дает? Ну давайте я сначала запущу и посмотрю. Что-то добавило, не добавило. О, добавило. Смотрите, я прыгаю и, блин. И он как бы вверх смотрит. Вот он вверх, либо вниз. Вверх, либо вниз. Есть, мы сделали анимацию. Всего лишь добавление. Ну как сделали? Это вся ерунда. Давайте еще раз комментировать вот здесь вот так вот. Прыгает, вот он вверх-вниз прыгает, видите, голова у него вообще не двигается. Ни вверх не смотрит, ни вниз, прыгает куда-нибудь, башкой бьется. Вот, кстати, можно было бы добавить. Башкой бьется и шишка. Шишка растет. Сейчас я добавил анимации. Вот я вверх, смотрите, и голова у него вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз. Но я думаю, это не поможет. Ему все равно будет башкой биться. На тебе. Блин. Так, Escape не работает. Ну, не работает, потому что мы не запрограммировали его. Так, эта вся анимация, мы знаем, вот, описана в JSON. Вот, здесь устанавливаются вот номера анимации, я так понимаю. И здесь вот поочередно пробегаются по этим свойствам. То есть вот здесь есть повороты. Вот, это все уже сделано. Но опять-таки, не так уж сложно это сделать. Просто это требует времени, порисовать, правильно развернуть какую-то часть и все такое. Так, что нам надо сделать дальше? Анимацию мы сделали. Дальше нам надо открыть Level Atlas. Вот он. Открыли. Ага. И сюда добавить картиночки. Картиночки. Spikes какие-то. Spikes это что-то... Пики? Spikes. Вот. А, вот, смотрите. Эти, да. Ну, типа пики. Вот, добавили. Дальше открыть платформу Go. Платформ Go. А, я так понимаю, мы сейчас добавим сюда вот эти вот... Туда, куда нельзя дотрагиваться, иначе помрешь. Так, и нам нужно добавить спрайт компоненты. Хорошо, давайте добавим спрайт. А сколько их добавлять, непонятно. Ну ладно, давайте image. Так, выберем. Здесь у нас, по-моему, level atlas. А здесь spikes. Вот она, да? Так, и теперь нам надо переместить, используя moving to, а куда переместить? Наверное, куда-то вот сюда. Наверное, вот так вот. Так, но добавить нужно их несколько, поэтому давайте я сейчас добавлю еще раз. Сюда будет, сюда и сюда, вот. А, тут, наверное, по две штуки. 4 спрайта я сейчас добавлю. А, вот. Ну и продолжим.
Итак, я добавил 4 спрайта. Дальше я использовал поворот вот для этого спрайта, так как они все были направлены сюда, то понятное дело, я вот эти на 90 градусов развернул 2, это на 180. Дальше было написано, чтобы, если мы хотим, чтобы спрайты как бы рисовались на заднем фоне, ну то есть указать очередность отрисовки объекта, то есть сначала спрайт нарисуется, а потом сверху вот это, то вот это Z координаты, это как раз приближение, отдаление от нас, да, от камеры. То есть, грубо говоря, это поочередность отрисовки. То есть, чем больше минус, да, тем первее эти объекты, грубо говоря, будут рисоваться. Вот. Ну, то есть, у нас вот наш ящик или что это, платформа, координата 0, а спрайты минус 0,5. Ну, или минус 0,1 можно, это не суть важно. Вот я добавил, эту же ерунду надо добавить для long. Ну, я, наверное, добавлять не буду, сделаю только для вот этого. Так, ну и нам надо добавить collision object. Давайте тогда компонент collision object. Блин, у нас уже 2 штуки, походу. Так, что у нас там пишет? Оно у нас там пишет, что надо эту collision object... Куда... ну, добавить, понятное дело, сначала вот этот бокс. Есть. Теперь группу... группу. Группу устанавливаем, новую группу. Danger. Ну да, понятно. То есть, я так понимаю, мы можем подобавлять еще кучу объектов и притрагиваться к которым опасно. И установить им группу Danger. И, соответственно, если герой дотронется к любому из этих объектов, то он либо помрет, либо потеряет часть жизни. Вот, но. Что нам надо еще сделать? Нам надо вот этот collision, да, object. Object. Установить. Окей, как это сделать? Сделать это в принципе походу несложно. Нам надо выбрать этот ящик, изменение размеров, и вот растянуть вот так вот чуть-чуть, и вот сюда даже, вот в принципе. Наверное, надо еще по высоте. Наверное, вот так вот. И вот он в любом случае, если дотронется, то ему гайки будут. Так, а вот этот collision object, смысла, кстати, вот здесь внизу нету, да? Потому что здесь уже есть эти, пики. Вот, соответственно, есть смысл поднять только вот до этих границ, да? Чтобы он мог приземлиться только сюда. Потому что с этой стороны у него вот эти вот пики есть. Соответственно, мы уменьшаем. И давайте я смещу этот объект вот сюда. Вот так вот. Во. Нормально. Так, ну и говорят назвать Danger Edges. Вот так вот. По-моему, вот так вот. Назвать. Дальше. Что говорят дальше? Дальше надо нам перейти к Hero Go, игровому объекту героя. Где ты, Hero? Вот он. И вот здесь, в Collision Object, через запятую, вот есть геометрия. Вот она, маска в чем. То есть мы можем только с объектами, помеченные в группе геометрии, сталкиваться, и все остальные мы игнорируем. Но здесь еще мы можем добавить еще одну danger, вот так. Соответственно, у нас, давайте откроем нашу платформу, вот наши опасные места, колючки эти, да, и вот он, у него группа danger. Вот. А эта группа Danger, соответственно, может сталкиваться с героем.
к примеру, могут быть враги какие-то, группы, да, enemy, то мы можем сделать так, чтобы врагам это по боку. Соответственно, чтобы им было по боку, мы здесь просто не добавляем этих enemy. Ну, это я так вижу, это я так понимаю. Есть. Теперь же нам надо добавить hero script. Hero script. Открыть on message. И, короче, я скопирую. Лучше это все. Изменим функцию onMessage. А, вот есть группа geometry. Если geometry, то какой-то тут контакт. Я в этом разбираться не буду. Так, теперь, если не geometry. Если мы столкнулись с группой... Ну, если с geometry, все по-прежнему. Но вот у нас добавилась группа danger. У нас здесь есть die and restart, то есть помереть и перезапустить. Так, это мы какие-то сообщения отключаем. Ну, это надо непосредственно с языком разбираться. Reset, сбрасывает, наверное, позиции. Не знаю, это уже непосредственно с Lua надо разбираться, что это такое. Вот, я планировал по Lua тоже добавить какие-то уроки. Вот. Так, идем дальше. Здесь у нас мы добавили столкновение с этим danger и говорят еще изменить функцию init. Ну, давайте я функцию init тоже скопирую и изменю ее. Где она тут? Функция init. Вот она. Блин, а ее все менять? Она даже меньше получилась. Ну ладно, пусть будет так. Так. Что нам теперь надо? Нам теперь надо запустить. И помереть, да? Сейчас нам надо найти нашу платформу с этими. Какая-то ерунда, кстати, товарищи, произошла. Платформ никаких нет. Что-то мы где-то, походу, накосячили. Ладно, сейчас я разберусь и продолжим. Да. Что произошло, не знаю. Но теперь работает. Ну как работает? Она не до конца. Так как я удалил кое-что из скриптов. Я сейчас добавлю. Вот. Но как бы эти у нас рисуются. Копья. Но вреда не причиняет. Почему не причиняет и почему он пробегает под ними, это понятно. Потому что у нас вот столкновение мирное. Ну нормальное столкновение, но выше. Вот. Я единственное только что вот просто изменил. Здесь было collision object название, изменил на danger edges. Так, нужно все-таки разобраться, добавить вот это вот, блин, где оно? Короче, столкновение. Опять-таки, идем в onMessage. То есть сейчас у нас рисуется, сейчас мы проверим, точнее я проверю. Повлияет ли этот скрипт на то, что, ну, будут ли рисоваться наши платформы или нет? Так, onMessage. Заменяю функцию onMessage на вот это. Запускаю. Бежит. Не, появляются. Бэм. Ну, пока... Ай! Пока этих нету. Что-то земля быстрее уехала. Офигеть. Ну, это надо скорости подобрать. Так, и теперь нам надо инициализировать. Изменить функцию инициализации. Но что-то я не вижу, что происходит какая-то смерть. Так, ладно. Функция инициализации теперь меняется вот на вот это. Итак, дальше. Ну, бежит он. Вот появляются. Вот я сталкиваюсь, и никакой смерти не происходит. Что-то где-то, походу, не доделано. Наверное. Скорее всего, еще не сделал вот reset. Функция reset еще не реализована. Ну, давайте я реализую, а потом посмотрим. Все нормально. Это я втыканул, и вот здесь не было... Ну, я как бы ее тогда добавил, а потом удалил. Вот, короче, вот здесь группа Danger. То есть я добавил, и получается...
Теперь эта жаба помирает. Помирает, и вот она опять появляется. И вот она опять бежит, и вот она опять помирает, и вот она опять помирает, и опять помирает, и она вот все время помирает. Да, жесть. Вот. Ну и что тут надо еще добавить? По руководству, по документации надо еще добавить, чтобы был сброс уровня. Потому что, ну, тут еще монетки типа будут добавлять. Вот, в руководстве вроде бы. Вот, но сейчас мы сделаем сброс уровня, потому что там, где мы померли, нужно вернуться прямо к тому месту. Так. И как нам сбросить уровень? Ну, говорят, перейди в контроллер скрипт. Вот он, я перешел сюда. Вот, и теперь надо функцию init изменить. Первое нам надо вот это сделать. Self spawn. Что это такое? Массив, наверное, какой-то. Ладно, дальше. Дальше изменить функцию update. Вот у нас есть message post. Установить. Ага, я понял. Я так понимаю, мы просто будем запоминать каждый раз последнюю позицию. Вот. И как только там что-то произошло, то мы будем эту позицию восстанавливать. Ну, on message еще добавляется функция. Вот, и если приходит сообщение reset, то, ну, с этим я разбираться не буду. Так, теперь открыть платформ скрипт. Открыл платформ скрипт. И теперь в апдейте, вот наш апдейт, get position, нам нужно. Ага, вот, если позиция минус меньше 500, то вместо вот это go delete, game object delete, нам нужно сделать вот это delete spawn. Фу, блин, ну ладно, что это такое все? Так, хорошо, сохранить файл. Теперь, говорят, откройте еще hero script. И что в Hero скрипте? А в Hero скрипте нам надо в onMessage. Так, это Hero скрипт. Где тут onMessage? Вот он, onMessage. Где-то у нас тут danger был. Подождите. А, вот danger, если. Так, если после вот этого всего. Ага, ну да, нам же контроллеру надо отправить сообщение, потому что в контроллер мы добавили onMessage, который ждет какие-то сообщения. Значит, нам туда надо добавить сообщение. Reset. Логично. Есть, добавили. И что дальше? Что дальше? Ну, по идее, надо запустить. По идее, запущу. И по идее, помереть надо. Бэм. А где герой? Фу, а героя-то нету. А герой где-то потерялся. Короче, не знаю, вроде все так, как есть по документации. Вроде. Вроде. Наверное, так оно и должно быть, потому что в следующем уроке тут добавляются еще монетки и жизни. Вот. Ну, как бы добавляется уже как бы какой-то смысл этой игры. Вот. Бэмс и помер. Наверное, так оно и должно быть. Потому что я тут чуть-чуть так посидел, поигрался. Но опять, к сожалению, времени нету. Надо уже начинать работать. Поэтому я вот это сохраняю. Запускаю. И вот у нас одна жизнь. Вот. Бэмс, померли. Платформы удалились. По идее, они должны заново перерисоваться, что ли. Ну да ладно, это, я думаю, разберемся в следующий раз. Мы добавим монетки. Вот. По идее, следующее видео будет последним. Нужно будет добавить монетки. И вроде бы все. Ну и возможность их собирать.
Поэтому всем спасибо за внимание. Извините, если что не так. Ну, как бы не знаю, так и задумывалось, что я буду делать эти уроки, вот этот урок прям наживо, так сказать, да, вживую, то есть читая эту документацию и делать, то есть и с чем я буду сталкиваться. Возможно, вы тоже с этим сталкиваться будете, и, соответственно, у вас уже будут готовые там решения. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, ну и все такое. Всем пока!